Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас будет снова большая распаковка с H&M. Черная пятница не прошла мимо. Вообще, эта вся неделя, она какая-то была распродажная. И сегодня у нас понедельник, 29 число. И сегодня объявляют гиперпонедельник со скидками 70%. Я пока еще ничего не заказывала, но если даже закажу, то, к сожалению, это не войдет в это видео, но я буду снимать влог. Сегодня мне должны еще приехать две посылки, поэтому не будем долго затягивать вступление. Начнем распаковку, потому что она будет очень большая. Так, первый лот. Это хлопковая сумка, такой рюкзачок. Я заказала, это Федя детский сад, он совсем скоро пойдет в садик, взрослый мой мальчик. И я думаю, будет удобно приносить какие-то вещи, этот рюкзачок там оставляется, потом забирать. Он похож, знаете, на как для сменки обуви, смены обуви. Вот такой рюкзачок из хлопка. Есть у него крючочек. Лямочки у нас затягиваются вот так. И можно носить такой милый зайка с ушками. Я знаю, что еще в H&M был медвежонок, но его не было, вот только остался заяц. Так, следующее это джемпер-водолазка. У меня есть куртка, моя бежевая, но у нее довольно открытое горло. У меня нет шарфа подходящего, я в поисках. И когда я одеваю толстовку, у меня открытое горло. Поэтому в последнее время я хожу в свитере с горлом. Так вот он выглядит. Я взяла, это не черный, а, по-моему, темный шоколадный. Да, темно-коричневый. Захотелось мне такой. Примерю, вам покажу. Ну, вот так вот выглядит бадлон на мне. Можно и с пиджаком, и с толстовкой носить. Просто такие ботиночки сюда одеть. Такие у меня есть черные, как раз подходят. И с юбкой. Сюда можно цепуру одеть. Вот, сейчас сниму. Покажу, как самостоятельно. Ну, и вот я сняла. Так он чуть-чуть как бы из-под джинс выглядывает. Здесь такая резиночка на манжетах и резинка внизу по контуру бадлона или водолазки. Вот. Мне очень понравился, такой приятный к телу, коже. Класс. Как вам, кстати? Пишите в комментариях. Далее я заказала такую вот гирлянду. Она из хлопка. Я заказывала на день рождения Феди на Алиэкспресс в прошлом году, но там она как будто из, ну, такая она из жесткого материала, а это хлопок. И как раз у нас новогоднее настроение. Хочу повесить или вот здесь над диваном, или над Фединой кроваткой. В общем, над спальной зоной, как повешу, обязательно вам покажу. Если честно, я думала, они будут больше. Вот. Вот с мою ладошку. Посмотрим. Примерю, возможно, верну. Потому что я думала, что размер флажочка будет побольше. Это у нас наволочка. Или как написано, чехол на подушку. Тоже вот такой зайка. Размер 40 на 40. Хочу вот сюда. Я купила еще дополнительную подушку специально. Вот эту наволочку. Или переднюю кроватку. Не знаю, посмотрим. Какие уши.
А вот это такая красота! Я так давно мечтала. О! Это подсвечник. Ну, я не думала, что он такой большой. Но он очень красивый. Смотрите. Сейчас я примерю, поставлю. Но я правда не думала, что он такой большой. Лучше бы флажки были такие большие. С ручкой. Бежевый. Прям под цвет нашего интерьера. Ну что, давайте примерять. Вот так вот смотрится подсвечник. Но мне кажется, великоват. Скорее всего, я его сдам. Но смотрится очень красиво. Гармонично так. Ну вот я повесила флажки. Как-то они смотрятся очень одиноко. Не знаю, оставлять их или нет. Еще подумаю. Вторая партия подъехала. Продолжаем распаковку. Так, здесь я знаю, что у нас скоро будет фотосессия новогодняя. Я заказала себе платье и корзину для игрушек. Посмотрим. Скажу, что по плану у меня сфоткаться в этом платье и его вернуть. Продолжу распаковку с этим маленьким малышариком. Открыла еще одну корзину с зайцем. В планах здесь хранить мягкие игрушки, потому что скоро наша кроватка уедет к другому малышу. Мы ее продаем. Она вот такая. Тоже попробую вставить, не знаю. Возможно, верну, возможно, оставлю. Еще пока подумаю. И мы с вами остановились на платье. Я тоже примерю. Вот такой в виде комбинации, но все в пайетках. Блестит. Но я думаю заказать себе такое только белое. Потому что черное как-то, не знаю, празднично. Нет, в общем, надо будет померить. Здесь три красивых мисочки из дерева манго. Вот такая маленькая. Вот такая чуть побольше. И вот такая вот самая большая. Классно всякие печеньки подавать, орешки положить вместо нашей минажницы. Сейчас посмотрим. И пуховик Феди. Это я заказала на весну. Сейчас проверим тоже. Вот такой фисташкового цвета. Красивый. Размер 2,92. Спасибо большое за просмотр этого видео. Оно получилось немножечко, пошло все не по плану, проснулся Федя. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте пальцы вверх. Артикулы на все товары я оставлю в описании, поэтому если вам что-то понравилось, приходите, заказывайте. И до скорых встреч! Пока-пока!